Всем привет! Ну что, заждались Кучерявого Себастьяна? Вы на канале Best Games Go, с вами Кучерявый Гонщик. Ну что, погнали! Так, ребята, у нас очередной заезд в мексиканских прериях. Так. Мы поедем в суровые дюны. Итак, у нас продолжается фестиваль Horizon Forza 5. И мы поедем в суровые дюны. О да, это будет горячий заезд. Так, мы возьмем рекомендуемые тачки. Скорость. Ну, Эвика возьмем, ребят, Эвика. Посмотрим, что он может в песчаных дюнах. Так, все меня приветствуют, и я вас тоже. Суровые дюны, и в ночное время это будет горячо, прямо горячо. Гоу, погнали! Ой-ой-ой, первый поворот не очень зашел. Easy, it's not easy. Crest to medium right. Ах. Easy left. Crest followed by medium left. Пошел, заходим. Точка. Я отстаю right. Сразу уже вижу. Но это ничего не значит. Видите, у нас кучерявые волосы, но не руки. Мы сможем их догнать. Давай, дорогой, давай. Подключай закись. Чуть-чуть. Держи траекторию, держи. Газку, выходи из заноса. Сложно. Входи в поворот. Тяни, вытянул. Давай. Оп. Вы видите? Блин, стекло разбил заднее. Ой. Жесткости кузова недостаточно для таких прыжков. А тут вообще жесткий разворот. Ну жестко прямо. Скрепка пошла вообще. А, вертушка прямо пылит. Так, ребят, отыграл. Не могу сказать, что прямо еду в огнях, но отыграл. Ух ты, ой-ёшеньки. А, занос. А, вывернул. Ребят, просто красавчик. Пошел, вытащил машину из заноса. Вообще молодец. Держи. Вот, преграда водная. Вот так. Блин, Эвик разбитый уже, блин, со всех сторон. Ну что сделаешь, это же ралли. Вот так. Давай, дорогой. Изи, да. И на изи. Давай. Через воду. Зашел, завел. Easy left. Finish. Finish, wow. It's so fast. Да, первое место, зашел. Все, годится. Суровые дюны мы раскатали. Эвик рулит. Ну что значит? Привыкни к аппарату. Вот мы потихоньку и привыкаем к этому аппарату. Пыльный, грязный, но не поверженный. Доступна новая команда. Открываем команду, да. Нифига себе, через весь полуостров мчаться. Видеокамеры поставили. And show them who owns Sierra Nueva. О, да без проблем.
доска суперхищников. Ну хорошо, погнали. Погнали. Пыльный какой, елки-палки. Это через водицу надо проскочить, да хоть помахать по ней щеткой. Не, Эвик хорош, хорош, ребята. Надо привыкнуть к аппарату. Может быть, действительно, это достойная вещица. Ай, стол. Ай, пальма. Вода, вода. О, вы видели, как смочил. Смочил водичкой, но уже подсыхаю. Горячо прямо. Ах, унесло, унесло. С трассы унесло, зашел. Так, ну нам, блин, до точки, до точки. 6,5 км по этим пескам и дюнам метели. Так, погнали. Сегодня, ребята, у нас напряженная будет гонка. К Эвику потихоньку привыкаю. Хорошо себя ведет машинка. Прямо вот интересно. О, водичка, ты нам нужна. О, ау. О, ну давай, давай, гони, гони, Себастьяшка. Опа, оп, оп, оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 пошел, пошел. Меридиан. Мы ж участвовали в нем. О, слетел с дороги, блин. Реально, блин, придурок. Ну как так можно, а? По встречке гнать. Блин, а нам еще метели 4 километра. Так, Мексика. Городишко, они что, спят еще? Где все зрители? Где-то на каких-то очередных соревнованиях. Вау, машину как жалко. Зашел в поворот. Газу, газу, газу. Не, очень, очень неплохо рулится. Эвик прямо красота. Ну не зря его любят. Прямо вот контрольная очень точила. Идет просто великолепно. Ой, ой-ой-ой-ой, если бы не кучерявые руки. О, я даже не обратил внимания, когда пыль слетела, ребят. Ха-ха, вы обратили внимание? Ёлки-палки, он теперь... Камни летят, а он блестит. Так, 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 у нас тут резкий раз... А, не очень резкий. Не очень резкий, так. Вообще, машинка красавица, просто красавица. Такие переливчики. Давай, 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 газку. Дождик начинается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, черканул бочину. Ну, все, придется опять ЛКП восстанавливать. Что за тазик? Прикольный, прикольный тазик. Прикольный, скорую нет. Давай, давай, газку. Мы уже подъезжаем к нашим новым сборам раллийным. Ай-ай-ай-ай-ай. Эль Боске, елки-палки. Суперхищники, погнали. Длинные, прямые, изгибы. Погнали. Как заманчиво, две тачки. Рекомендуется обычная. Ну давайте эскортика возьмем и катнем. Эскортик именно просто... сделан бомбически. Let's see, what have we got? Long straights, power curves and sharp corners. Погнали. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Погнали, погнали! Давай, жми, курчерявый! Себастьяшка, жми педаль! Так, сконцентрироваться на технике. Прохождение поворотов. Followed by bridge. Я думал, я вылечу. Молодцы, крепкие отбойники сделали.
Complete right. Into medium right. Medium left. Па-па-па-па-па-па. А, пошел, пошел, пошел. Давай, давай, давай. Hard right. Left. Давай, 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 эскортик, жми. Hard right. Hard left. Зашел, зашел поворотик right. Красиво. Medium отстаю, right. Ребята, отстаю! Press. Давай повышай технику. Easy right, followed by bridge. Easy right. А easy вот тут... right, into hard left. А, заборчик. Medium left. Отстаю я, секунду отстаю. Гарантону какому-то. Вау-вау-вау-вау-вау, давай-давай-давай-давай, кучерявый, жми. Medium-medium right, окей. On the bridge. Блин, я это не могу секунду отыграть. Как он круто входит везде. Jump. Hard left. On to bridge. Now fast as you can to the finish. Я точку потерял. Я точку потерял. Нет, не потерял точку. Но я второй. Третий. Ё-моё, это слив. Эль Боско. Ё-моё. Это слив, ребят, это слив. Так, опять мы в каньоне. Эль Боске. Эль Боске. А, больно. Так, она меня тащит куда-то. Так, я хочу погоняшку. Я хочу начать его. Okay, Wingnut. I have plotted your route to a nearby race event. О. Наш продюсер она всегда поможет нам поучаствовать в крутых заездах. Ну я был неправ, я реально зашел на его полосу. Реально так делать не стоит. Как же я лифнул, да? А, так. Надо отыграться, ребят, надо отыграться. Каскада Фуэрте. Блин, надо брать этот заезд. Каскада Фуэрте. Так, Evolution. Берем Evolution. Ух, какой бандит кучерявый, а? Ну что, гонщики, вы готовы? BBC-шки диски стоят. Классные. Интересно, это ковка или нет? Выхлопуха вообще пушка. Ну мы ждем заезда. Окей, hit the accelerator and let's go. And this route's got jumps, dips, off-camp. Погнали, ребята. 5, 4, 3, 2, 1, go! Так, врываемся в толпу, в самую шумиху. Опять битва эвиков и субариков. Ну, это как раз те тачки, которые реально по внедорожным тропинкам идут лучше всех. Пишите в комментариях, как вы это считаете. Лучше ли всех эвики и VRX-ики на раллийных трассах? Или в
все-таки есть другие конкуренты. Я бы не забывал бы про Audi. Мне кажется, она в последнее время загламурилась. Давай газу, газу, газу! Хорошо идут, хорошо субарики идут. Передо мной субарик. Кто дальше? Не вижу прямо именно. Пыль такая столбом. По-моему, тоже там и второй субарик, первый. Да и первый субарик, ребята. Эвики что-то не в почете здесь. Их почему-то мало. Давай, 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 давай. Вот тут. Зашел. Зацепись. Пошел. Давай. Давай, тягло добавь. Давай. Чуть-чуть не хватает, как бы тягла. Вот. Хороши противники. Ах, не пускает меня, не пускает вообще категорически. Что тут на скрепке мы сможем ему сделать, а? Во-во-во-во-во-во, это уже интересно. Отыграл, вышел. А, точку не потерять. А, и улетел. Нет, спасибо бордюру. Отбойничек нас удержал. Хорошо зашел. Молодец, курчавый. Давай. Тут тихонечко, не перекрути. А тут... Давай. Цепляйся, Эвик. Прямо там сзади у меня на хвосте. Они мне прямо в спину дышат. Как-то плохо зашел. Плохо. Они сзади. Вот это движение. Вот. Цепляйся, дорогой. Давай. Вытащи. Финиш. Есть. Да, мы их натянули. Вот это заход. Держите лохматого. Да, это есть. Красота. О, супер хищники Эльбруски. Ну что, катнем Эльбруски. Давайте Эльбруски мы катнем. Давайте, пусть это будет гонка Эльбруски. И что же выбрать? А давайте все-таки выберем Evolution, хоть рекомендую T-Escort. Почему-то мне кажется, я верю в него. В Escort тоже верю, классная тачка, все. Ну вот хочу попробовать Эвик, начинаю к аппарату привыкать, прямо бомбически идет, просто пушечка. Ну давайте. Опять, как всегда, у нас тут битва Subaru Evic. Она просто непрекращаемая. Это вечная битва. О, погнали. Давай, малыш, давай. Не пускай их на старт. Не пускай. Вот так. Вот. Нифига не получилось. Со мной и Evic участвует. Я слетел с трассы, твою дивизию. Каковы шансы отыграться? Просто невелики, я вам скажу. С субарями и так тягаешься на грани. А теперь еще отыграть. Давай. Крути. Винти, пожалуйста. Как не вовремя эти заборчики все, а? Плохая захват. Вообще ужасно зашел в траекторию. Вообще ужасно. Давай, цепляйся. Мокрая дорога. Прямо мокрая. Тяжело. Вообще. Цепляйся, давай, малыш. Сюда. Отлично. Давай. Ну крути, собаки, с дороги уйдите. Ну жалко ж вас.
Винти. Нам нужен винт. Давай, гаси. Ну, что-то не очень у меня получается их догнать. Вижу хвост, но не больше. Может быть, действительно рекомендация в плане эскорта, она... Блин, что-то именно мои переживания. Контрольная точка пропущена. Все. Это слив, ребят. Ну, я честно, именно как настоящий рейсер еду до конца. Но шансов, что я даже хвост увижу, я не наблюдаю. Медленно раскручивается моторчик. Ребят, это ливнул. Да, ливнул ваш кучерявый гонщик. Я просто реально 12-й, полный слив. И надо начать заново, ребят. Просто потому что мы должны отыграться. Получится ли у нас или нет. Погнали, давай. Винти. Надо за Эвиком идти. А вот тут вот и была моя ошибка. И в прошлый раз, и сейчас. На первом повороте такую ошибку допустил. Давай. Хорошая гонка, горячая гоночка. Опять режим дровосека. Давай. Ах, уперся. Ах, подвел он меня, из траектории вывел. Давай, гаси. Давай, не цепляйся за отбойник. Уходи, газ, полаз. Давай. Идем мы во всех парах. Давай, тут потеря, конечно. Обошел меня, ох. В РХ просто уделал. Вот так вот. Отдыхай. Давай. Каковы шансы? Вот это и крыло потерял. Точка. Все. Потеряна точка. Точка потеряна. Блин. Реально что-то не задается. Может быть. Разбил фонари. Так, оно соберись. Оно соберись, курчерявый. Опять ливнул контроль точку. Нет. Это гонка не сегодняшнего дня. Реально гонка не сегодняшнего дня. А вертолет прямо переживает, где я застрял, и курирует, чтобы я дошел до финиша. Я реально просто очень разочарован. Разочарован сегодня в этой гонке. Именно в конкретном в этом заезде. Так-то в целом у нас все офигенно. Но тут стоит пересмотреть вообще свое управление и, скорее всего, и автомобиль. Уже у нас настала ночь. Прокатимся по... Куда-то нас Анна призывает все время, я не понимаю. Я вижу, что она нас приглашает на какую-то очередную гонку. Какая-то музыка играет. Откуда? Так. Плохо. Вот он. Вираж плохо ложится.
Или руки плохо ложатся. Просто снес отбойник. Перевернулся. А это мне нравится. Прямая, конечно, у него хорошая. Хорошая прямая. Ну, чуть-чуть развинтится, и он тогда вообще становится просто непобедим. Так, куда она меня ведет? Эльбоске. Ну, давайте в Эльбоске съездим. Поучаствую. Свет хороший у Эвика. Свет хороший. Спору нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот ночью на виражах превышать скорость и свои возможности. Ой-ой-ой-ой. Вот тот поворот, на котором я и рачу. Пункт назначения Эльбоске. Погнали. Эльбоске значит Эльбоске. Так, давайте промчимся. Рекомендуюсь, вот послушаюсь. Может быть, это будет лучше для данного заезда. Как говорится, когда два раза сливил и зарачил, то может быть стоит прислушаться. Ух, вот это колеса на паршаке. Фух, что-то вообще у всех разноплановые колеса. 5, 4, 3, 2, 1, go! Go, go, go! Так, помчали. Хорошо. Зашел, пусти, не пускает. Так, давай, эскортик. Давай, цепляйся за дорожку. Мы в самое гуще событий. Держись. Хорошо, он держится. Легенький. Идет, как песня. Вот так вот, отлично. Вся эта шайка-лейка идет очень неплохо. Я прямо в гуще событий. Но не могу сказать, что прямо у меня так идеально все сейчас происходит. Давай. Вот эти все заносы, вот это вот и потеря моего времени. Давай. Ну лучше. Уже, по крайней мере, не последний я зашел. 7-й. Ни огонь, ни золото, ни пьедестал даже. Но это что-то. Так, нам нужен заезд интересный.
Нам нужен заезд интересный. И что нового в этом сезоне? Okay, Wingnut. I have set your route to a nearby race event. Оп-оп-оп. Все, мчимся. 2,4 км. Не будем спешить, уже сумерки. Свет у эскортика послабее, послабее. У Эвика был свет вообще повеселее. Ну, может быть, мне кажется, потому что еще не ночь. Так, главное, чтобы тут не было встречки, как обычно. Они умеют выскакивать на пикапах и просто уничтожать тебя. Давай, 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 пошел. Кучерявые рули. Ну, держись, держись. Неплохо держит дорогу, неплохо. Получше, мне кажется, чем Эвик. Вот в таких вот резких виражах. Прямо держится он хорошо. Ну, вы видели, там шины Проксиса. Это просто Эвик. А, Меридиан. Так мы ж катали его. Нет. Меридиан. Не завершено. Возьму то, что рекомендуется. Фух. Так, сейчас будет горячо. Просто по-настоящему горячо. Сейчас должен Себастьян именно ужарить. Так, 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 давай. Давай мы сделаем красивое завершение с красивой победой. Субари, как обычно, здесь, на месте. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали! Погнали! Сразу щемлю, щемлю Эви. Это Эвик. Так, 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 так. Держись. Так, 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 так. Как они хорошо идут просто. И отрываются, отрываются субаристы. Просто Субару отрывается от меня. Тут чуть-чуть, чуть-чуть я. Опа, водичка. Блин, ну Субару воду проходит еще шустрее. Отойди, подвинься. Уйди. Уйди, 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 ты, я тебя прошу. А вот я собрата догнал. И собрат борется с Субариком. Давай, собрат, зажмем его сейчас в клещи. Сейчас я его уделаю. Сейчас я его уделаю. Ни хрена. Очень крутой соперник. Прямо очень. Прямо горячо. Горячо. А, отбойник, это ж сразу потеря во времени. Он у меня на хвосте. А, вот это шмяк. И не дать ему, не дать себя обойти. А, тут вообще именно скрепка такая, что... Давай, 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 не давай им себя обойти. Давай, 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 давай. Эвик, поднажми. Вот
тут. Не цепляйся, не цепляйся. Держи дорогу. Не цепляйся. Да елки-палки. Прямо, они прямо мне дышат в спину. И. Есть. Прямо насадил этого субариста. Все. Вот так вот. Первый. Прямо горячо. Кучерявый смог. Победа. Как же приятно. Как же приятно. Кстати, Рясобрат тоже. Ну, без трусов, правда, танцует. Но приятно было победить субаристов. Вообще, очень красиво. Очень красиво было. Прокатились просто душевно. Душевно. Открыли новую купеху. По-моему, М4. Ребят, я очень благодарен, что вы были вместе с нами на канале Best Games Go. Со мной, с Кучерявым Гонщиком. Мы классно провели сегодняшний вечер. И всем па-па-па-па. До новых встреч.